дети на Лича веселиться сейчас будем. Если эти хилы босса не будут захиливать, то придется тебе на кота заходить. Иди, либо... царя обезьян можно. И либо тебе хилить, либо царю. Если его спектрить, ДПС меньше будет. Ну хотя можно. Можно лучше сразу его спектрить. Потому что там хватит ДПСа, по сути, на Лича. Буберсы. Я думаю, они могут захилить, блядь. Так. Не, не, они на... Не надо мне какой-то рассказывать, они вдвоем не захилят. Вот давай, если они захилят вдвоем, я вам, тебе турбой, что там, косарь голды даю. Если они не захилят... Давай, блядь, косарь ГП, блядь, ну и давай косарь голды. Если они давай захилят, то ты мне ничего не даешь. Не, я тебе косарь голды даю. А если они захиливают вдвоем, то я тебе косарь голды даю. А если рейд купит, нахуй, при этом? Все, все, нет. Нет, мы договорились, все, Войд, мы с тобой договорились. Все, нет вопросов. Отлично. У нас нормально. Я считаю то, что у нас хорошие хилы, но, блять, если вы пидорасы, ну, я имею в виду хилы. Теперь объясните тактику. Если вы не будете хилить поражение, я буду должен косарь, я вас буду анально карать, ибо, ребят. Ладно, тактику расскажите, я на нем не был. Блядь. Заебись. Турбойз рассказывает тактику. 50% доля. Давай сразу голду. Не, на этом серве не было. Так-то я тактику знаю. Но он ничем не отличается. 50% и зеленому, и 50% танкодру. Если вы захилите, то вам по 500 голд турбойз даст. Приста баф, лапа, инта. Да я только подошел. Блять, ребят, у меня, извините, у меня опять телефон. Я не могу, мне а надо ответить. Я пошел, короче, успей 50 секунд. Ёбаный варьер. А рыбы нету. Нахуй я тебе нет говорю, блять, у меня рейд, я же тебе говорил, блять, до 10 часов, блять, не надо меня. Я тут где-то стою, да? Поебался-то. Да. Вот тут вот. Да в 10 я, блять. 10 и уйди. У тебя ассист там РДД ставь. Ты будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. А, не могу метки поставить. На себя поставь метку. Тебе метки не надо. Послужит доказательством моей безграничной мощи. А не, луну тоже забирает. Не забирает у нас что? Крест, по идее. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель... Скорба не подошел еще. Шаркарь. Алиса, таун ты в него сливаешь только когда он уже появится, начнет ходить. Забирай шарка. Шаркаразов. Подальше от Реша встаньте, чего вы там встали? Алиса, назад. Готовьтесь. Чума. Была уже? Блять! Меня свернуло окно. Нету. Чума, 2 секунды, готовим. Бля, я не чуму, это идти. Зеленый бабл. Шаркарь появился в центре. Все мелкие на мне. Повиновение молодежь. А вы что, ее вредите, спалить, я понять не могу.
Чума 5 секунд. Soft train. Блядь, на мелких чума. Алиса, по одному, цепляй мелких, блядь, по на мелких чума, понимаешь? Блядь, цепляй, цепляй. Не тормози, пожалуйста. Заебись. У меня мелкие убили нас. Алиса, да, я нету, мелких да. Всех собирать. Уложитесь. Алиса, если у тебя чума кончается, когда ты играешь за автанка, тебе надо обязательно цеплять мелких. Это обязательно. Ты должна понимать до того, как у тебя кончится шаркущий, в смысле того, что он умрет. Если на шаркущем 3 стака, то это 3 тика. Если 6 стаков, то это 1 тик. Если у него 12 стаков, то это ваншот почти шаркующим. Я всех рест. Кто остался на площадке? Повиновение я включил по той причине, что, блядь, трэш вообще не заливает. Он нас бы потом, нахуй, на переходке убил в пизду. Чем могу помочь? Горы, блядь, протопался. У нас слишком много аешек. У нас мало аешек. Да, или только я один. Давай я во фроста спекну сюда и буду аешек. Да нет, если наоборот надо, чтобы на милик держал. Просто не надо ничего придумывать, Алиса забирает и всех мелких, и шаркаря. Делаем по старой тактике нормально. Шаркаря Алиса агрится только когда он выбирает цель. До этого Лича там вот у него не кидай, он без ДПСа, потому что турбо был АФК. Какой сейчас нахуй ДПС, блять, разница? Да, да, да. Ну, на самом деле, да, я был АФК. И рост не это... забывайте с пула, и на третий мы даем. Базару нет, я был АФК. Первые, наверное, 15 секунд. Ты там смотри с пула, не сорви мне Лича. ЛПшки, они как бы не бесконечные. Да-да, я все вижу. У тебя на 8 ЛП агро снижается. До... Да, там снижает... пока откатится руна льда, она снижается. Если что, я в Лича лям 200 надамажил, а в Вурдалаков лям 400. Причем тут ДПС нахуй. Если ДПС нету в трэш маленький, блядь, маленький. Я думаю, вы да... уже забафались. Запускаем. Да на ЭМА, это обнови, пожалуйста, МК. Я ничего не скину. Смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Можно короля Лича в запоминание цели взять и видеть, на кого чума кидается. Если у вас увеличенная рамка портретов короля Лича и запомненной цели истины. А метка чё, для чего? Турбо, расскажешь потом мне про Серёжку. Для рейда, чтоб рейд в ромбике стоял. Что расскажу? Гера будет, нет? Геру. Гера! Что шаркарь будет, Алис? Возле тебя, удари его. Забирай шаркаря. Здесь спал. Угу. Да-да-да, все нормально, Алис, не обращай внимания. Ничего не надо. Бегу, диспел. Цель бы ему дай. Да. Вот турбойс. Угу, вижу. Шаркарь.
Готовься. Чума, 5 секунд. Забирай мелкий. Чума. Чума. Сейчас будет. Пумба. Зачем лича там? Она мастаун. Блядь, ну сейчас не таунтит, а? Для того, чтобы мастаунтом не таунтить, паладином надо выбирать... Это был, кстати, не мастаунт. А нахуя зачем? Это... Чума, 5 секунд, чума, 5 секунд, 3 секунды, 2 секунды. Секунда. Чума. Не будет. Мелких заберу по возможности. Талис, не забываем диспелить. Талис, не забываем диспелить. Талис, не забываем диспелить. Повторяю, блядь. Разгоняйте там чуму. Обезьяны, пожалуйста, это бей, это шарик ебучий. Я до него начинаю доставать, я сразу... Ну, я просто говорю. Я там не дохуя раньше всего лишь. Дух второй. Переключились. На первого забили. Сейчас Алису дисполит. Алиса, у тебя дисполы есть, напомню? Да. Дисполишь себя учись. Дисполься. Хорошо, возвращайся к нам. Забирай гневно. Не надо. Не надо, не надо, не надо. Третий гневный остается на воде. Пизду, блять. Сорвут нахуй. Вай будет. Шарик бейте, пожалуйста. Шарик бейте. Войд, веди, пожалуйста. Босс. Похуй, даже спиной. Войда хильте. Войда хильте. Чума. Ой, блять, это ебаное заражение. Войда, войда. Хильте. Валькиры, потом сразу чума. Валькиры хватает. Духа уходим. До железного круга расходимся. Рано разошлись. Раз... Просто расходитесь, РДДшники. У нас РДДшников преимущество. Чума. Захиливаем чуму. Осквернение на пане. Или как, блядь, зеленый баба. Да. За спину лечу. Стойте в одном направлении, ровно за спиной лича, для того, чтобы улететь в одну сторону, для того, чтобы милики мастер мог ауешить по ним. Если вы улетите в другую сторону... Валька. Да похуй. Осквернение. Сразу уже разбежалось. Пусть. Осквернение, разбежались. Разбежались. На друиде, но, блядь, почему ты под Вальку развил его? Уходи нахуй. Ой. Уходите. Вальку, Вальку разбивайте. Потихонечку, РДДшники. Только под конец круга она должна упасть. Дайте под конец сам. Круга. Разобью я, блядь, заебали. Набивайте. Нет, нет, стоп. Вот теперь беги, беги, просто беги. Я мастер. Бегу. Все нормально. Сомнение. С центра уйдите. Лужу мне в центре не налейте сейчас. Старый обезьян. Старый обезьян. Все отлично. Ёбаный ух босс. Ты, зашел. Отлично. Как тебе, центр, центр, центр. Центр, оби... блять, валькиру стан давайте. Я дал. Осквернение. Косарь голды, давай. Вот, они захилили не по этой причине. А по какой? Не по этой причине. По причине ну, того, что, блядь, там кадру не умеет как развивать, блядь. Да? Но вышел за круг, правда, под валькиру. Херово вышел, салат. Да все это херово. Не захилите вы, выходите вы херово. Ой, ты что с хуйню базаришь, серьезно? А что ты хочешь нет, сказать? Что, что было херово? Что, охуенно все было? Херово в десятку нахуй ходить. Ну, да просто, что, да, про, да просто видишь, ребята не это не знают, что под Вальку нельзя бежать с осквернением. Это одна из проблем. Вы когда выносите осквернение, ну... царь обезьян побежал. Почему ты бежишь? Вот осквернение скинулось на тебя, под твои ноги скинулось, почему ты бежишь к краю платформы, что ты там делаешь? У тебя там лич, что ли, стоит? Ты мне объясни, почему вы так все бегаете? В смысле? Так ты лича отвел, блин, я разлил осквернение одно под другое, чтобы на других не разлилось. Ты тело свое... Разлил, разлил ты... на мой взгляд, я ты... его идеал. Причем тут это? Ты бежишь сам куда? Ты свое тело, персонажа своего, куда двигаешь?
У тебя что, я еще раз спрашиваю? На краю лич там стоит? С рейдом? Хилят там стоят? Рейд вот стоит. Так я что, я себе престом что ли не смогу захилить? Так ты не смог себя захилить. Так я не сдох, извини меня. Это ты один из первых сдох? А, не, не. Чё? Нет, вы сейчас гоните вообще не по факту на меня. Я тебе сейчас объясню. Заходи на платформу, я тебе покажу. Не об этом говорит. Смотри, ты мог вернуться к личу, не бежать на край, дальше бить. Ты тратишь время, тратишь ДПС, побежал через край. Он имеет в виду это. Да. Да. Ладно, все. Вообще-то я его успевал и продотить еще до этого. Продотить не продотить, суть-то в том, что хилы за тобой бегать не будут. Так за мной никто не бегал, я кинул на себя молитву, щит и прошел, блядь, фул ХП. Да это не первый раз понадобится выносить правильно осквернение, ты его выносишь неправильно. Вот смотри, звезду на себя поставил, вот сюда подойди, к звезде. Давай, объясни. Вот подойди. Вот в звезде стоит лич, вот здесь. Первое осквернение кидается на меня, на звезду. Мои действия, смотри, когда... Я буду отпрыгивать, делать прыжок, нажимать пробел. Этот момент будет, когда уже лужа подо мной разлилась. Теперь смотри, как надо делать. Вот ты несешь. Когда первый прыжок я делал, в том месте уже лужа. Понял, как выносить надо? И вот смотри, да, как... Причем здесь это? Смотри, как ты стоит, выносишь. Смотри... Ты видел вообще, как теперь... я лужу разлил? Нет, я сейчас тебе покажу, как ты разлил. Вот теперь на звезду смотри. Давай. И вот как ты разливаешь. Давай. Вот ты несешь, вот она разлилась, и ты бежишь. И вот такие кругаля даешь. Что это такое? У тебя что, здесь лич стоит, что ли? Ну что так, это? Знаешь, вообще-то, если что, если ты не знал, когда выпрыгиваешь из лужи, в два раза быстрее она выпрыгивает. Это пиздобольство. Это есть, ты это между нами. Это сказки. Ты в лужу приземляешься. Спроси у претендентов тогда, если мне не... Оно так не работает. Претендентов, оно так работает, ребята. Это все сказки. Это никто не доказал еще. Нет ни одного видео, где есть доказательства этого. Это все пиздобольство. Претендент, Рай Ильича, да, вот это все не говорили. Начали ГПК-ку выпрыгивать. Все понятно. А это, царь обезьян, старайся максимально просто сократить дистанцию от лужи до себя. Похеру. Да забей. Я аккуратненько разлил, блин, вот сюда вот лужу, на самый край. Никого не задел, блин, обошел вторую лужу, прошел и пошел бить босса. Тебе никто не говорит, что ты кого-то задел. Ты слушать-то умеешь вообще? Нет, я тебе говорю. Не, а в чем? Когда ты... Ты слушай еще раз, подожди, я тебе еще раз повторю. Слушай внимательно, я тебе по-русски вроде бы говорю. Когда ты выносишь лужу, отпрыгивай сразу к рейду, как она разлилась. Что из этого непонятно? Не беги куда-то в другую сторону за 30 метров от рейда. Беги сразу к направлению. Я выпрыгнул из рейда, потому что шаман стоял рядом со мной. Если бы я выпрыгнул в рейд, то его бы заставил. Ты не понимаешь или что, нахуй? Тебе сказали, трезвил лужу, вернулся обратно, нахуй, не побежал по кругу. Не ори. Ну ебаный в рот, блядь. Что так сложно понять? Ничего, окей, сколько я потерял ДПС? 2 секунды? Да, нормально. Ебать мой хуй, блядь! Охуеть, что пиздец? Да это царь обезьян, не бомби. Все нормально. Просто они не совсем понимают то, что вот... Не из-за этого мы упали совсем. Упали не из-за этого, сейчас вы еще раз упадете. Да, просто надо, ребят... Геру, давай. Друид и паладин, пожалуйста, прохиливайте и диспайте как надо. Не забывайте, скоро чума, через 4 секунды. Алиса... Старайся забирать с цели, вурдалак. Бегу. Диспел. Спасибо. Вернулся. Не забывай с цели. Зеленый бабл. На нем есть вурдалаки. На тебе есть вурдалаки. На воде надо диспел. Это таунти точечно. Чума 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Ой, боже, чума. На мне. Диспел. Спасибо. Вернулся. Чума, прохиливаем. Блять, чума, блядь. Заражение, нахуй. Чума. 5 секунд.
Готовимся. 2 секунды, 1 секунда. Чума. Готовимся. Чума, Фоджи, беги. Алису ранен. Алису. Падаем нахуй. Нехуй тут делать. Алису, ну ранили, это плохо. Да я ее шотнул. Да там не шотнул. Там надо там... станы давать. Диалог смерти же смотрю, 4 удара ей пришло, и плюс чума, которую долго диспелли, на нее чума кинулась. И на нее это и кинулся на другого чувака чума. Но... 0.13 целых секунды, 3 удара, блядь, от вурдалаков и от этих, по 19к вурдалаки. Это выглядело как шот. Ну, в принципе, да. Это никто не прохилит даже в 3 хила, только если здесь ДЦНы. Да тут, блин, как повезет. Могу я подиспелить, либо Алиса может подиспелить. Не-не, не надо, не надо. Зеленый баб вполне все справляется. Нормально он диспелит. Так, алло, зачни. Так, вы будете убивать или нет? У меня полчаса максимум. Или что, или расходимся? Да убьем мы, что ты... Вот, что ты нагнетаешь? Да я вижу, что вы не убьете. Сейчас я хил посмотрю. Ой, бля, конечно, да, тяжело. Друид, постарайся, это, танкодруид, постарайся здесь не хилить омоложением в основном, а постарайся хилить точечно. Единственное... А ему там всем надо хилить, понимаешь? Он без вариантов, ему надо и то делать, и то делать. Да, тут смотри. Ну, то есть я зеленый держу только на танк. Да-да-да, все нормально. Смотри, прикол в том, то, что тебе надо омоложение докинуть до заражения. А я его по КД тупо на всех держу. Не-не, вот именно что по КД не надо. Тут прикол в том, что если ты ХПС, знаешь, как можешь здесь накрутить, и как раз и ты вырвешься где-то, наверное, на 4, может быть, 5к ХПС. Если... ты будешь кидать не омоложение, а зеленый листочек ебучий этот на все. Ну, есть буйный рост, это 6 целей, и есть восстановление, зеленка, долгая охота. Вот, ну вот, и фиолетовое омоложение. Вот как раз зеленый листочек, если ты будешь кидать. Я не помню, как он называется, я, блядь, умею хитрить. Восстановление. Вот, восстановление, если ты будешь его кидать, а не омоложение, именно то... Короче, у тебя остается 7 секунд до того, как будет, блядь, тот дебаф, который тебе надо отхилить, тебе надо кидать омоложение. В другом, блядь... Алло, лапа нахуй. Короче, в другом расположении, блядь, во всех других ситуациях, тебе надо кидать вот этот зеленый листочек. Ну, блядь, я честно, блядь, я... Суть другая. Расскажу, на танках и на танках ты держишь восстановление и жизнецветы, блядь, если их прошибает сильным, блядь. Основной рейд ты держишь омоложение. И покровительством хилишь, когда заражение. Все. Это все, что надо знать. Так и делаю. Все. Омоложение не должно у тебя быть на первом месте. Просто.
Чума, 5 секунд. Чума, готовимся. Зеленый бабл, чума. Кур шаркущий. Готовься, блядь. Шаркуч. Чума, 2 секунды. Готовьте, чума. Ходжи. Заражение с Ходжи прохилим. Алису хилим. Кумби. Алиса, забирай с РДДшников мели. Угу. Отлично. Чума, 5 секунд, готовимся. Лич ушел, чумы не будет. Алису чума не забываем на диспелить. На мелком чума. Да это диспел. Диспел, диспел. Диспел пошел по рейду. Не по рейду, с файдаком. Сферу на сергарях нету чумы? Это оно на маленьком сдохся. Твою мать. Алиса, скинешься с обрывом. Если тут эта хуйня пашет за одной калерией. Нет, она тут не пашет. На, давай. Че у них там по полтора лям, может убьем их? Ну... уже все. Вот это решил ебать, улететь. Не, Войт, у меня есть две когалды, чё ты паришься? Я тебя дам. Сколько? Две. Ну, да есть больше, нахуй. Чё ты? Да мне, мне так-то заебись, а чё мне эта голда? У меня время не резиновое, я объяснял. А, бля, нет, это просто... мой сейчас беда. Я ещё раз спрошу. Вам надо убитый лич? Или вам расход надо? Убитый лич. Да вот, всем убитый лич нужен. Вот и заходите на нормальных персов. Блин, а зачем просто... на нормальных персов лич? Да блин, я просто... хочешь умос... просто вычитай с рейда 10к ДПС и царя с пекой в хила. Он так хочет хилить, я слышал. Мне все равно, мне скажут, я спекаюсь. Они не захилят. Так что спекайся. В 3 хила пойдем? Да. Я в 2 хила ни разу лича 10 оп не убивал. ДПС хватит с головой. Не, я убивал. ДЦ хулипал. И 10 гер убивал, ДЦ хулипал. Ну у нас нет таких ДЦ хулипал. Ну блин, согласен. Сейчас я. Но как я понимаю, в моем ХПСе проблема 4.6, 4.7 это мало. Да, да, тут, понимаешь, блин, надо как-то реагировать быстрее. Ну, блядь, тут нихуя так, не шутки. Да, быстрее, у меня все завешены. У меня тупо нет чем больше. Да вот именно, что не здесь не завешенные нужны, а тут нужно, блядь, больше точечный прохит. Потому что поэтому я тебе говорю, зеленым листочком надо хилить, а не омоложением. Тут в этом прикол, тут ХПС только так накрутишь на первой фазе. На второй фазе, да, ты там, допустим, заражение можешь прохилить этим листочком. Ну и то, и это используется в 25-ке и имеет Т, ну, 4-10. Ну, блять, короче, не парься, просто если хоть сейчас, блять, сделать хорошо, хили зеленым листочком. Ты поймешь, блять, это знаю, я знаю, это психологически тяжело, блять, друидам по-другому хилить, но, блять, это по-другому никак. Это друид. Тут вот так. Только так и по-другому никак не получится. Вон, у Мосса, блять, спроси. Мосса, подскажи ему, пожалуйста, как ему вот сейчас на лече поступать. Подскажи ему. Неоткуда было пить вообще. В метку зеленого сбегает, пожалуйста. Вар, перед беги, перед ним. Эль бежал перед ним, кинул отбросу, какого хуя?
Все, 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 стали, стали РДД, синий квадрат, стали, также стоим. Стоп ДПС по боту, стоп ДПС, все остановились, отошли от него, отошли. Сейчас будет красный, отошли от красного. Остановиться и быстро прокастить по всем покрытиям. Ну, то есть, хосты у меня норма, 850. Ну и все, и потом... Но чешки нету, типа, это проблема. Ну, короче, потом просто смотришь за рейдом и все. Просто если весь рейд проходит, и ты быстрым восстановлением потом кого-то критичного подымешь, а так просто заражение покровительства. Да, я так и делаю, короче, смысла нет. Ладно, все понятно. У тебя охота тикает, у тебя охота тикает по 2600. Это маловато. По крайней мере, по мне тикает. А ну кинь сейчас фото на... Каску по магам бафните, кто бафает? Баф не хватает. Ну вот это фиолет. Нет, по 2700, не знаю, у меня тикает по 3700. Мне, конечно, проще. Но у меня опять 200 СПД. Ну, а у меня 4. Что такое ХП, что вы забудете обо всем на свете? Хуя рыба стоит быстрее, 20 секунд. Послужит доказательством моей безграничной мощи. Мусульмане, блять, истинные мусульмане едят рыбу. Вот туда свининки добавил немного. Ну, Геру, давайте сразу, пожалуйста, блядь. Ну, понимаете, вы ДПС 3 не теряете, ребят. У меня это в роду. Ну-то, блядь, давай Геру нам надо. А, все есть. Чума. Чума этот, на мобах с РДД. Забери. Забери с РДД. Сейчас умру. Угу, отлично. Чума, готовимся. Зеленый бабл. Бабл. Испаль себя. Угу. Отлично. Зеленый бабл. Уходи. Чума, 5 секунд, готовимся. Чума, секунда, готовимся. Заражение. Чума. Вот же. Потихонечку. Все, все нормально у вас? Да. Я поднимаем. Чума. 3 секунды. Чума, царя бит. Поднимай мастера. Танка дру, поднимай мастера. Не тормози. Мастер, потому что, блядь, чай у танк. Скорый переход на вторую фазу. Шарк еще забери, Алиса, быстрее с РДД. Чума, 4 секунды, поехали. Последний вурдалак. Забили Алиса. Алису хилим. Хилим Алису. Алису хилим. Дух на мне. Духа заберите, пожалуйста. Войд, забери духа. Бля. А где лок? Ну чё, она развернула, он, блядь, ёбнул. И лок ёбнул. Это надо падать. Короче, давайте последний трай, я захожу на друида тогда, я не знаю, котом или рейстером. Давай.
рестером, потому что совы нет и нужно 3% меткости. Заходи сразу. Рестер не дает 3. Шипы дает. Ну ладно. А это да. Если сейчас мусс зайдет и вы, ну, с нормальными шипы, с 3% меткости не сможете убить, то это пиздец будет. Рестером, потому что надо хилить. Когда у других людей будут персонажи хорошие, и они будут за них уметь играть, тогда и ачивки будут на ваших маленьких персов. Привет тебе. Да не, я шаманом и так прошел больше, чем планировал, поэтому спасибо. И репу качнул, и вот дефа лечил. Ну, все на мосы, я... Там свеча кистевая, хотелось бы, у меня пухи вообще... Да, там можно сундук этот ебучий не открывать, ты зайдешь за своего этого шамана и заберешь... Да, просто я тебе скажу, что за Энха ты нихуя не умеешь играть. Я тебе расскажу, как за Энха играть. Я это за Энха, я тебе тоже расскажу, я на циркуле одел двух бисовых Энхов и давал имя больше я на Офе. На Офе 8 лет за Энха играю. Но это ок, это ребята, у меня просто последний на лече Энх требует много гира. Здесь он, то есть он не дамажит. Согласен. На лече он всегда... ДНМ писал. ДНМ, чё у тебя? Ну всё, последний трай даем. Убиваете, значит молодцы, не убиваете, значит ни хера не можете. Энг здесь начинает дамажить, когда он уже предбит, когда уже по этим цифрам это будет где-то 265-267 этому. Правило 5 атак, знаешь? Его Энг. Нет, кстати, ну что там за правило? Правило 5 атак. Каждая атака у тебя наносит физический и магический урон. Каждая пятая атака у тебя дает в 100% шансе у тебя оружие водоворота. Если ты проебался с этим пятым стаком, то ты никогда не сделаешь себе 18-20к ДПС здесь на этом серве. То есть тебе надо каждый получается, пятый стак давать молнию, либо, блять, и каждый пятый удар, естественно. Тебе надо давать молнию, либо, блять, я не знаю, что-то там даешь, кирпич. Здесь понимаешь, просто, да, о чем я? Смотри, да, я понял. Здесь просто очень интересно работает этот водоворот. Здесь он стакается от щита, от щита молний. И он, но он всегда стакался от щита молний. Ну, на циркуле он не стакается от щита молний. Ну, ты сколько вот у тебя прокрутов у щита молнии проходит? 3 штуки. На 4-й ты даешь молнию, потому что 5-й тебе дает удар автоатаки. Здесь, ну, блядь! Здесь первого удара настакивается уже 5 зарядов водоворота. Давайте лича убивайте лучше. Все понятно, это долбоебизм какой-то. Ну вот, я поэтому говорю, что здесь просто на личе, вернее, на циркуле там надо было сделать 4-5 ударов, чтобы было 5 стаков. А здесь он с первого удара уже может настакать 5. Или читерство какое-то. Охуенно. Поэтому мне хотелось здесь поиграть Энсом, потому что здесь и статов много, и щит на стаке. Атака лича 5 секунд. 2-1. Бой. ДНМ, я и не вижу МК. Я тебе кину. Есть? Да. Чума, 3 секунды. ДНМ. Сальву по турбойсу дайте, пожалуйста, мастер.
Заражение прохиливаем. Чума 4 секунды. Готовимся. Чума. Умри. Танк. Алиса хилим. Диспелим. Призыв урдалаков. Алиса одного цепляем. Заражение 2 секунды. Прохиливаем. Готовимся. Чума 4 секунды. Чума 1 секунда. Хумвы. Танка прохиливаем. Диспелим. Что-то везет на чуму прям. Заражение прохиливаем. Алиса, не забываем маленьких забирать по одному. И мастаунт. Готовимся, чума, 4 секунды. Возможно, не будет. Чума, танка, диспелим. Бля, пиздец, как везет. Вурдалаки, не забывай забирать маленький. Готовимся, чума, 4 секунды. Чума. Готовимся. Царь обезьян, беги. Царь обезьян диспел. Царь обезьян отошел. Алису не трогаем, Алису диспелим, Алису хилим. Бьем духов, разошлись, все нахуй не... Сферы нахуй не надо, спамить на всех. Духа бьем. Первого духа бьем, если второй дух вышел, у него у первого осталось 20% хп, бьем второго. Мастер зауиш, царь обезьян. Гневный дух, заберите гневный дух с царя обезьян. Второго духа бьем, первого забросили. Мастер зауиш. Дальше, мастер, отойди за спину, стало будешь ловить. Пожалуйста, царь обезьян, бей сферы. Сфера на мне. Сфера на еще ком-то, блядь. Надо сферы тебе. Третий гнев дух на мастере забери срочно. Дека держит последний. Последний последнего гневного духа бьет, блядь, держит войд. Ну это пиздец какой-то. Сало на ДК вешается, и мы не диспелим. Три хила стоим, хилим, да? Так, все, ребят, всем спасибо, но не терпать. ДНМ, да, говорил, все верно? Если будет да проход, поставьте в календаре, пожалуйста. Шарбидан. Я думаю, что сейчас будет да проход. И ну, я надеюсь. Ты же ну, лича этого десятки убивал ДНМ? Я нет. Я только ДКшкой. Блин, это плохо, конечно. Ну что, ро или добираем? Нет, добираем, а что? Я не знаю, Войд, у тебя сколько еще времени есть? Я спать ложусь, у меня 11:30. Ты на работу, что? Да.